В Муроме пожар случился в еще строящемся доме. Эти кадры выложили в соцсети очевидцы происшествия. Пожар случился в новостройке на улице Амосова. В МЧС и ЧП сообщили в 14:30. Люди переживали, что в еще не сданном доме может произойти взрыв газа. Сейчас еще взрыв газа будет, вообще веселуха. Прикинь, смотри просто, вот там вот газовые трубы, это желтая, а это горит. Такого варианта развития событий не допустили сотрудники МЧС. На место оперативно прибыли 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Спасатели установили, что черный густой дым валит из подвала нового дома. Было обнаружено, что происходит возгорание утеплителя в подвале дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на площади 12 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.